Уважаемые коллеги, это первый этап той большой работы, которая предшествовала. Мы договорились, что по результатам первого квартала в мае месяце, когда начнется реализация механизмов, включенных в комплексный план, в мае месяце мы будем рассматривать уже долгосрочную программу всех тех механизмов, мер государственной поддержки, привлечения инвестиций, формирования эффективного тарифообразования на воду, водоотведение до 2020 года. Поэтому перечень пилотных водоканалов будет по итогам принятия комплексного плана известен. Значит, мы должны формировать принятие нужных и правильных механизмов по дифференциации тарифов. Этот комплексный план позволит поднять немаловажный аспект деятельности водоканалов, уровень заработной платы до уровня средней заработной платы регионов, что очень важно. Инвестиционная программа позволит, я надеюсь, как выразился руководитель нашего агентства РМ Мурат Магомедов, что начнется после реализации этих механизмов масштабная модернизация и реконструкция водоканалов и водоотведений. Я имею в виду водоснабжение и водоотведений. Мы должны, я обращаюсь к акимам, к уважаемым акимам областей, городов Алматы, Астаны, в рамках этой программы реализации предусмотреть поддержку в регионах, в городах, особенно социально уязвимых слоев населения. Такие механизмы применяются, я знаю, через пакет, соцпакет. Я думаю, что эти вопросы акимы регионов после принятия этой программы будут рассматривать достаточно предметно. Хочу сказать еще раз, что главное для всех нас – это безубыточность водоканалов. Если водоканалы будут безубыточно работать с прибылью, я думаю, что мы сведем наконец-то такой непонятный фактор, как ненормативные потери воды, которые, к сожалению, у нас еще имеются в достаточно больших объемах. Поэтому вода должна реально стоить. И мы добьемся высокоэффективного тарифа с тем, чтобы водоканалы наконец-то провели, как вот в энергетике, масштабную модернизацию.